fazendo as coisas. Я думаю, ну-ка, подъедь, я могу сесть к тебе. Ты еще раздавишь меня. Ай, больно. F, кнопка F появляется, но сесть не могу. Поехали кататься, садись. А вон это второй кость. А он может обратно сюда поехать. Он обратно поехал, выпрыгивай нафиг. О, вот это сейчас поедет. Все, сел на правильный поезд. Он опять и туда поехал, нафиг. Да, конечный визор. Не, а, во, вот этот правильно поедет, все нормально. Едет. Да, потому что у него дальше рельс снято. Стой. Стреляй тут.
Чувак справа бежит, стрельбище. Вон он прям впереди тебя. Вон, дай, дай его, дай. Пнук панк. Жесть, больно, братан. Зачем ты так? Аккуратнее, ты метки, парень. Попал у него. Да пусть спушит сейчас. Я попал, а, вон бежит. Правее. Не-не-не-не-не-не-не, не перезаряжай, зачем? Жесть, взорвется сейчас что-то. Не, нифига не убирается, что-то я в него столько стрелял. На, ты ему смачно в лобешник с пулемет. Готов, парень, подними. Подними, не успел. Куда он делся? Кого нокнул? У себя кого-то, что ли? Да, но он бежал без оружия, не знаю, это ботинок нет. Наверное. А, вот. Мимо меня пробежал. Сери... Да. Нет, тогда в доме, в доме. Нет, тоже. В двери. Еще постреляй. Нафиг, хорошо. Давай нас про. А вот. Блин, ты прям на них бежишь, ты в курсе? Да, я слышал. Так, двое там. Он поднимал там. Я понял. Еще справа он. У меня чувак прям рядом.
Да я знаю, да и двое их там, один нокнутый, его подняли вроде. Справа еще бегут там. Я ему раза в 4 в голову попал, наверное.